Наше предприятие входит в состав холдинга по производству кондитерских изделий в Воронеже. В прошлом году мы получили заказ на изготовление меда в блистерной упаковке для поставки в сеть кафе города. Я работаю 20 лет главным инженером на производстве и хорошо знаю все технологические процессы на предприятии. Выбор нового оборудования взамен технически непригодного я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались многие процессы. В кондитерском производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых продуктов. В планах модернизации стояла и покупка блистерной машины, которая используется для автоматического формирования ячейковой упаковки из алюминиевой фольги. Основным средством воздействия на продукты является влажность, пыль. Находясь в индивидуальной ячейке блистера, мед будет максимально защищен и к тому же удобен для разовой порции. Имеющаяся у нас, иначе говоря, блистерная машина не подходила для фасовки меда. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня большой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять, смогут ли они произвести блистерную машину. В качестве основных критериев я указал автоматическое управление, качественный материал оборудования из нержавеющей стали, производительность 2000 блистеров в час и возможность заполнять ячейки медом. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для фасовки меда в блистеры из алюминия, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться, и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако в общем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести блистерную машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать так долго. Так как у меня не получилось найти производителя автоматического оборудования для упаковки меда в блистеры, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые, в принципе, работают в сфере поставки промышленного оборудования и, может, предложат другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке желатина, однако не было. По сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал 3 поставщика машин. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать 5 минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования, желаемых сроках изготовления. Через 5 дней на почту я получил от них 10 вариантов различных блистерных машин и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода, и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, 3-й вариант посредника, оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, планируемых дозировках для упаковки в блистер, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил блистерную машину для фасовки меда, которую я смог быстро согласовать с руководством предприятия. Оборудование изготавливает блистер размером 70 к 100 мм, глубина ячеек 26 мм. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Специалист предложил протестировать машину, для этого мы выслали образец своей алюминиевой фольги для формирования блистера. Менеджер за 2 недели до поставки сообщил о степени готовности автомата. Через месяц после заключения договора мы получили автоматическое оборудование для фасовки меда в блистеры. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата. Конструкцией оборудования предусмотрена система работы с рулонными упаковочными материалами из алюминиевой фольги. Оборудование сделано из нержавеющей стали. Управление машиной происходит через систему шки-экрана.
Машина имеет систему протяжки материалов, при нагреве алюминиевой фольги формируются ячейки, затем через бункер с системой распределения жидких материалов в ячейки. Алюминиевая фольга накрывает ячейки и приваривается нагревом. Готовые блистеры вырубаются в пресс-форме. Процесс полностью автоматизирован, все нагревательные системы контролируются электронными приборами. Обрезки алюминиевой фольги наматываются на вал. Мы остались довольны блистерной машиной для фасовки меда. В будущем я планирую обратиться к менеджеру этой компании за покупкой аналитического оборудования, которое необходимо закупить для производства препаратов желатина. Я уверен, что он подберет мне качественную технику. Опыт показал, что как бы ты ни был уверен в своих силах, консультация специалиста ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.